Специи. Какие специи хорошо использовать летом и во время зеленого детокса? Запишите себе, что ну, у нас, конечно, в рецептах много специй используется, но вообще хорошо, чтобы у вас обязательно были куркума. Она вообще летом специя, одна из специй номер один, можно сказать, потому что очень хорошо влияет и обладает антибактериальным эффектом. Также хорошо использовать кориандр, потому что он улучшает пищеварение. Кумин использовать хорошо с бобовыми, чтобы убрать газообразование. Кориандр, кумин – это специи, которые летом очень хорошо охлаждают. Фенхель, пажитник. Очень хорошо использовать сладкие специи в сладких блюдах, например, с яблоком. Это корица, это зеленый кардамон. Гвоздику нежелательно летом, она очень горячая. Ну, можно там одно-две соцветия в компот бросить. Это тоже пикантность придаст какую-то. Хорошо использовать имбирь. Имбирь можно использовать и свежий. Можно напитки с ним делать, в супы добавлять. И молотый. Но обращайте внимание, что молотый имбирь, он немножко больше жара дает. Да? То есть, если вдруг потливость у вас повысилась, обратите внимание, немного ли вы имбиря кладете в блюдо. Вот. А паприка красная, в принципе, летом ее не обязательно использовать. Паприка, чили, перцы. То есть, все, что очень сильно нагревает организм, на самом деле летом не очень благоприятно, потому что перегрев, он тоже бывает некомфортен уму, некомфортен телу и может повышать потливость. Лук и чеснок, я уже сказала, что их использовать можно, но они тоже нагревают тело в сыром виде. В приготовленном виде они более нейтральные, когда соединяются с другими продуктами. В наших рецептах очень мало, практически нет лука, чеснока, но вы можете их, если привыкли к ним больше, чем к этим специям, можете использовать. Вот. Ну, то есть, таким образом, куркума, кориандр, фенхель, кумин, имбирь, еще асафетида, которая дает вкус лука, чеснока, вот эти специи довольно хорошо использовать летом. Пажитник, также шамбала, корица, кардамон. Все эти специи очень сильные антиоксиданты, и применяя их в питании, вы помогаете своему организму вытащить, ну, из него токсинов как можно больше.